поддерживает, не закрывает. Главная цель – противостоять оранжевой заразе. Серая Россия все равно развалится по кустам. Но вот чтобы она не стала оранжевой, чтобы не стало там в России тысячи, России как бы. Вот есть мы, которые все это подхватит, когда это рухнет. А хотели, чтобы все было чинно, то есть не так, как всегда. Центр праздника – Нижний Новгород. Милиционеры с церковными хоругвями выносят главную реликвию – икону Казанской Божьей Матери. Праздник освобождения от самозванца и праздник преодоления смуты был оформлен как праздник церковный, праздник Казанской иконы Божьей Матери. Это не совпадение, разумеется, это восстановление исторической справедливости. Почему православный праздник стал государственным, задает вопрос известный журналист Александр Архангельский. Неужели в стране признается только одна религия? Но все противоречия исчезают, если в новом празднике увидеть идеологические символы. Когда был Дом Романовых, понятно, почему события смуты так актуальны. Из смуты символически страну выводит новая династия, она таким образом оправдывает свое присутствие в этой истории навсегда. Если учитывать, что период 90-х называют не иначе, как смута, то вывод напрашивается сам собой. Только вопрос, кто станет родоначальником новой династии? 7 ноября больше и не красный день календаря, но что объяснить детям, что написать в школьных учебниках? Кстати, после революции о Минине Пожарском записали так. Они организаторы контрреволюционного движения, но потом спохватились и вновь их сделали героями национально-освободительного. Используя современную фразеологию, о Минине Пожарском можно записать так. Борцы с польско-литовскими незаконными вооруженными формированиями. А взять Китай-города не иначе, как успешно проведенную контртеррористическую операцию. Новый праздник таит в себе очень много символов, и поэтому фантазировать можно сколь угодно долго. Это раньше к светлым датам открывали памятники Ленину, теперь Минину и Пожарскому. Сумбур вместо музыки. Все смешалось в столице. Красные шествия коммунистов и парады разноцветных по Красной площади. Вслед за ветеранами, участниками парада 1941 года, идут молодые люди в желтых, красных или голубых куртках. К чему бы это? Центральное событие нового праздника – прием у президента. Здесь люди, которые делают добрые дела. Президент сказал про возрождение Отечества и прошел к своему месту. Рядом за столом Галина Волчек и Юрий Башмет. Пили водку и вино, закусывали белой рыбой, говорили о добрых делах. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы ему стуком, что несчастные есть. Чеховская мысль про молоточки, которыми надо тюкать черствых людей, в изложении актрисы, президенту очень понравилось. Он пристально на нее смотрел, и было видно, о чем-то напряженно думал. Сергей Митрофанов, Анна Аванда и Александр Болотников. Программа «Неделя», РЕН-ТВ. Добавлю еще к обзору того, как попраздновали, что ко дню милиции на Петровке 38 в Москве поставили бюст Дзержинского. Вернулись, можно сказать, к истокам. В среду Госдума приняла в третьем чтении закон о государственной службе российского казачества. Долгая и совсем неоднозначная история завершилась. Теперь казаков можно привлекать к борьбе с терроризмом, охране порядка и границ, законодательно оформленные права на форму, чины и знаки различия, реестр казачьих обществ в личном ведении президента России. На самом деле, без всякого закона, казаки носили форму, получали чины и награды в порядке самовыдвижения. Ведь казачество как класс было ликвидировано в 30-е годы. Хотя и после, в особенности на юге России, особый уклад жизни сохранялся. Непростые отношения с народами Северного Кавказа тоже. Теперь, похоже, с помощью казаков власти хотят создать буферную зону между Кавказом и Россией. Вот уже полпред президента в Южном округе отправился в Израиль изучать опыт построения стены между палестинскими территориями и еврейскими поселениями. Наш корреспондент Леонид Канфер всю неделю был в роли засланного казачка. Его очерк «Станичники» в нашем специальном проекте «Кавказ.ру». Водораздел по-кавказски. Слева край земли чеченской, справа казачий. Юрий Бондарев, атаман и глава станицы Галюгаевской, последнего казачьего форпоста на Кавказской линии, ходит вдоль терека на утиную охоту, как в пограничный дозор. Если вдруг, конечно, случится какой-то конфликт, людей призывать не придется. Раньше казаки и чеченцы наводили мосты, ездили друг к другу в гости, затем война развела их по разные берега. Казаки воевали на том берегу за территориальную целостность России, горцы на этом захватывали скот и заложников.
В день поминовения вся Галюгаевская идет на кладбище. Одна стена недоверия по оба берега уже воздвигнута. У Михаила Черемных боевики, пришедшие с той стороны, убили сына милиционера. Я на них смотреть не могу, если честно. Они сейчас едут. У них тут паи в колхозе у нас. Они едут, зерно тут получают. Я с ними работаю. Я нет. Никогда не прощу. Все, по коням! Мне бы шашку до коня да на линию огня, пока терские станичники стерегут рубежи казачества и православия, донские укрепляют тылы. Азовская казачья дружина, как Тимур и его команда, охраняют дачные участки от нынешних Квакиных. Конный патруль разбивается на несколько групп, окружает участок, и тогда начинаются казаки-разбойники. Бей своих, чтоб чужие боялись. Руки, руки, забор, блин, руки! Групповое занятие патриотизмом на свежем воздухе и в полном единении с природой. Так проходит присяга, вступление в законное полувооруженное формирование, где форма, клятва, флаг, шашка – все за правду. Атамана, как отца родного, слушаются во всем. Приказы, так же, как и в обыкновенной армии, не обсуждаются. Казак сказал, казак сделал. С целью сохранения прироста казачьего и славянского населения требую казакам, имеющим семьи, довести количество детей до максимально возможного, не менее 5 детей. Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. Люба! Сергей Сеник, как никто другой, знает толк в породе. Сам, как и положено атаману, взял на себя повышенные демографические обязательства произвести на свет не менее 7 детей, чтобы племя казачье умножалось. Пока, правда, вынужден дожидаться совершеннолетия своей невесты. Уже сейчас есть многие станицы, хутора, где живут полностью не казачье население и не русское население. Отец Пармен, настоятель донского казачьего войска, на иноземцев и кровосмешение с ними смотрит политкорректно. Венчает юные сердца, но уже около 30 лет. Вот и сейчас готовится к священному обряду. Я знаю много казаков, именно в казачестве, в казачьем движении, армян, которые парни, молодые, взрослые, которые действительно говорят: казаки, ну вы что, не сдавайтесь. Понимаете, мы, говорит, тоже на Дону, мы себя уже приросли, здесь живем. Венчается дочь начальника штаба с казаком, действующим офицером. Все очень скромно, чинно, благородно. Господин атаман, у вас в семье матриархат или патриархат? Патриархат. Постройте правильно молодых. Я мечтаю иметь джип Ротвейлера и мужа военного. Бегать за мужьями военными кросс от 10 до 15 километров донских казачек учат в Белокалитвинской казачьей кадетке. Здесь из них готовят женский спецназ. За веру, за Дон, за Отечество, а не хоть в огонь, хоть в воду. Юрий Леонов, начальник казачьей кадетки, как-то высчитал у Геродота, что племя амазонское, идя с Азова, полегло где-то здесь, в Белой Калитве. Его догадки подтвердили найденные неподалеку захоронения вооруженных женщин. Тогда из будущих Аксиний он решил сделать ангелов Чарли. Амазонки все вооружены, с ног до головы, работаем дальше. То есть вот это как раз эти сакральные места, я считаю, что это родина амазонов, Белая Калитва. И вот мы их, этот дух, возрождаем. Этот дух, он витал, вот он сейчас в них вселился. Дочь атамана Оксана Гряденникова еще один воплощенный тип новой казачки. Сначала построила семью, вышла замуж за нового казака, тоже, кстати, отпрыска атаманского рода, родила ему 3 детей, теперь строит бизнес. Ну что женщина в казачестве? Ну, я в бизнесе, да, я работаю, что-то, да, могу сделать дома, дети. А как женщина-казачка, я не понимаю этого всего. Как истинной казачке с традициями ей приходится мириться. В казачество здесь играют всей семьей. Назарочка, ты кто? Ты кто у нас? Мужик. Это самое главное. А еще кто? Ну ты не бойся. Казак. И семейный бизнес у Гряденниковых самое что ни на есть казачий. Донской пух, подушки, одеяло, пуховики. Однако спонсорами для донского войска они так и не стали. Оно и без того на областном бюджете. Вот он, образ казака 21 века. Армейская стрижка, деловой костюм. Вместо рысака под капотом целый табун, 280 лошадей. Кожа, все навороты, красавица, жена. Все нажито непосильным трудом. Идет, может быть, то поверье, что казак должен быть пьяный. Да нет, он не должен быть пьяный. Раньше пороли за это плетками. Атаман Николай Козицын безлошадным себя и не помнит. Он атаман тех самых нереестровых казаков, то есть не состоящих на учете у государства, а потому считает и самых настоящих.
В большую политику, считает, лучше не лезть. Загонят в стойло. Это гордость. Наш племенной бывай Миша. Очень хороший производитель. Очень такой любимец женщин коровьего вида. Атаманский жеребец, гордость Козицына, свое имя Буян оправдал на все 100. Объезжал его атаман несколько лет, но конь таки остался с норовом, как настоящий казак, неистребимым чувством свободы и собственного достоинства. А тех, кто стал под седло, атаман и за казаков-то не считает. И шокают, чокают, рядятся в казак. Ну, вы знаете, надень на корову седло, она никогда не будет хорошим жеребцом. Черкасские степи, вот она, историческая родина южного казачества. Отсюда они уходили туда, куда родина пошлет. А родина их посылала порой далеко и надолго. Нынешняя власть у казаков привечает, как-никак, государственники, да еще со своей национальной идеей, за веру, за долг, за отечество. Но что с ними делать, как их вписать в современные условия, современные угрозы, нынешняя власть для себя, похоже, пока так и не решила. И вновь продолжается бой. Здесь в казачьей казетке готовят резерв российского спецназа. Будущих казаков и казачек приучают уже не к шашке и коню, а к современному оружию спецподготовки. Они и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, и даже из нее выйдут. Все, последнее интервью. Поехали. Леонид Кампер, Владимир Молчанов. Программа «Неделя». Телекомпания РЕН-ТВ. Ростовская область. Ставропольский край. Главный скандал недели. Предвыборный ролик партии «Родина» снят с телеэфира, а в прокуратуру отправлен запрос. Не разжигает ли этот материал межнациональную вражду? Выборы меньше, чем через месяц. Борьба за места в Московской Думе предстоит нешуточная. «Родина» уже не первый раз создает скандальные агитационные ролики, но в этот раз слишком многое совпало. Оскорбительные намеки в адрес неких неизвестных, но все же узнаваемых кавказцев прозвучали как раз во время волнений во Франции. Теперь «Родина» обвиняет в разжигании национальной розни. Так уж вышло, что все главные темы недели то про патриотизм, то про национализм. О том, что для французов бунт, а для России предвыборный ролик. В студии «Неделя» спорят главные участники скандала. Сегодня у нас в студии Дмитрий Рогозин, лидер партии «Родина», и Владимир Платонов, спикер Мосгордумы. Главные действующие лица одного из главных скандалов недели. Вначале мы покажем фрагменты предвыборного ролика партии «Родина». Наверное, не все зрители его видели. Подчеркиваю, мы показываем именно фрагменты ролика, чтобы не нарушать правила предвыборной агитации. Понаехали тут. Подними и убери с собой. Я русский язык, понимаешь? Дмитрий Олегович, ну о чем это кино? Это кино о том, что нужно уважать дом, в котором мы живем, что не нужно мусорить в этом доме, что надо уважать традиции, так сказать, страны, в которой живут и хозяева этой страны, и гости. А мусорят только кавказцы? Почему кавказцы? Здесь на ком-то написано, что он кавказец. Или что у них таблички, бейджики, что ли, на пиджаках. А кто вот эти люди? Они кого изображают? Ну, судя по всему, наверное, они изображают тех, кто, наверное, не является гражданами Российской Федерации. Белорусы, например, или кто? Украинцы, ну, казахи, киргизы, кто? Вообще, в целом, они изображают гостей, которые приезжают значит, к нам в наш дом, и которые мусорят. Вот об этом, собственно говоря, и ролик. Откуда гостей? Я не знаю. У нас гости отовсюду. У нас, если всего считать по Российской Федерации, до 10 миллионов нелегальных мигрантов. Ну хорошо, Дмитрий Олегович, уходите от прямого ответа. Владимир Михайлович, вот московский избирком направил запрос в прокуратуру по поводу этого ролика. Вы также направили на этой неделе запрос в прокуратуру по поводу одного из высказываний Дмитрия Олеговича. Да. По-вашему, о чем это кино? Это нормальная для небольшой юной партии скандальная ситуация, которая привлекает к себе внимание. Действительно, жаль, конечно, они пережали. Я считаю, что это разжигание националистической вражды. Интересно. Где же вы ее увидели-то, националистическую вражду? Я увидел в персонажах. Да? Я увидел, вы знаете, чем дело? Ведь разные люди... А вы физиономист? Вы знаете, для этого не надо быть физиономистом. Там все показано.
лозунг «Москва для москвичей». Какое продолжение? А для кого Московская область? Для жителей Подмосковья? И вот дальше это эскалация конфликтов по всей России. Это недопустимое проявление, я считаю, национальной борьбы, сепаратизм. Так что я думаю, что правоохранительные органы обязательно дадут оценку этому клипу. Главное, не забудьте позвонить вашим правоохранительным органам, чтобы они дали правильную оценку. Когда наконец-то вдруг появился ролик, где очень политкорректно «Зеленый патруль», русский «Гринпис» обращает внимание, что не нужно сорить арбузные корки на землю. Это вы, что ли, «Зеленый патруль»? Это мы, «Зеленый патруль», это мы, русский «Гринпис». Обращаем внимание, не надо гадить там, где мы живем. Вдруг вы наконец-то поняли, что с этим роликом надо бороться. Не с нелегальной миграцией, да, не с этнической мафией, не с коррупцией, а вот с этим роликом несчастным вы стали бороться. Есть законы Москвы, которые определяют, какой порядок существует для того, чтобы работали иностранные рабочие. Мы видим этот порядок. Секундочку, а ведь я вас не перебивал. Обратите внимание. Мы видим этот порядок. Меня удивляет ваша позиция, что вы воспользовались розыгрышем, разыгрывая национальную карту вот в этих, на этих выборах. Мы не их, Владимир Михайлович, считаем корнем зла. А вас мы считаем корнем зла. Власть мы считаем корнем зла. Потому что они, следствие, причина, это власть и ее заинтересованность завозить сюда рабскую, бесправную, дешевую силу для того, чтобы не платить и москвичам, не платить гражданам России достойной заработной платы. Ясно. Никогда Владимир не Михайлович. Забывайте, что вы тоже власть. И вы мы образованный, интеллигентный человек. Оппозиция. Дмитрий Олегович уводит нашу дискуссию далеко уже в сторону от, собственно, предвыборного ролика его партии, вокруг которого разгорелся скандал. Я езжу по улицам Москвы и вижу, на самом деле, плакаты предвыборные исключительно партии власти. Вы не считаете, что эта власть провоцирует другие партии, которые не имеют административного ресурса? Все находятся в равных условиях. В количестве роликов, кто может что-то снимать, мы же обсуждаем этот ролик. В количестве плакатов, кто сколько заплатит, одинаковое количество фонды у каждой партии, у каждого, все поставлены в одинаковые условия. Да, авторитет власти сейчас и партия «Единой России», благодаря в том числе и тем действиям, которые мы совершали в Москве, и авторитету мэра города, он выше. От этого никуда не деться, это невозможно не замечать. И поэтому плакаты «Единой России» мы везде. Не везде. Дмитрий Ильич, вы же наверняка понимали, когда делали этот ролик, что он провокационный, и что реакция на этот ролик будет соответствующая. Теперь случились события во Франции, и вас ведь обвиняют теперь не только в разжигании межнациональной розни, но и в подстрекательстве. Если у людей есть желание снять партию с выборов, они найдут любой другой повод, и у них любая фраза будет считаться подстрекательством. Ну вот, кстати, в этом ролике «Родина» есть очень интересный нюанс. Вначале звучит музыка. Вопрос к вам обоим. А вы знаете, что это за музыка? Ну, судя по всему, нет, раз такая пауза. Так вот, это музыка вайнахов, вот конкретно чеченцев и ингушей. Вы не боитесь, что они могут воспринять это как конкретное указание на них? Мы действительно сегодня, я дал такую команду, изымем этот ролик и заменим там музыкальное сопровождение. Мне действительно эта музыка не очень понравилась. Это работа звукорежиссера профессионального. Он поставил ту музыку, которую счел необходимым. Там будет другая музыка, которая не будет вызывать никаких негативных... Но ролик останется. Он тоже член партии? Ролик останется. Вот видите, как наглядно продемонстрирована позиция фракции «Родина». Они не хотят конкретных нарушителей законов. Им нужно вот такие ярлыки. Коррумпированная власть, а это значит никто. Вполне Борьба понятно, с теми людьми, которые незаконно находятся в городе, она должна быть конкретной. Только тогда это будет борьба. Так у вас же власть в руках. Я вас не перебивал. Вот и занимайтесь конкретными делами, а не демагогией. Предвыборная болтовня. Я улучшаю ту партию, которую вы ненавидите, я улучшаю изнутри своей работы. Улучшать его. Ну вот перешли все-таки опять дай на личности. Дай Бог вам поскорее это сделать. Что-то я как-то не вижу особых Если результатов. Если не будете мешать, это будет быстрее. Может, вам вообще и жители России мешают? Народ вам лучше поменять. Вам другой народ надо завести, наверное. Вместо того, который есть сегодня в Российской Федерации. Это вам, по-моему, надо народы менять, судя по вашей агитационной продукции. Нам и нужно народ менять. Мы готовы жить со всеми народами. У нас народ, слава Богу, разумный и рациональный. Если бы только подсчитывали голоса правильно на выборах, я думаю, что давно бы ни Владимира Михайловича, ни его шефа,
ни Единой России, все вместе взяты, давно бы не было бы у нас на Олимпе власти. Я слышал эти лозунги «дай порулить». Дали до сих пор все. Да, я вас не буду просить «дай порулить», я возьму и так. Тогда боритесь, давай, законными методами, честными. Совершенно методами, не разжигая верно национальную вражду. А вы не побеждаете, выборы, если вам доверят. Фальсификацию выборов может установить только суд, а не вы с майданными технологиями. В Москве майданные технологии не пройдут. А национализм для России – это хорошо или плохо? Это смерть. Здоровая национальная идея крайне важна. Но я бы предпочел бы все-таки слово «патриотизм». Это программа «Неделя». Смотрите далее в нашем выпуске. Иглоукалывание. Поколение маньяков НЭК берет на вооружение СПИД. Все что угодно сам можно набрать и уколоть человека. О каких терактах может идти речь? Станет ли шприц новым оружием пролетариата в расследовании Евгения Матонина? Революция грет. Азербайджан незалежный. Оппозиция разжигает в Баку оранжевый бунт. Ситуация в Азербайджане будет развиваться по принципу стабильности и развития. Придется ли Ильхаму Алиеву за отца отвечать, выяснял Александр Надсадный. Полнота жизни. Шире, толще, больше. Худоба не в моде. Чревоугодие не порог. У нас действительно достаточно жировой массы. Мы очень подвижные. Моя фактура где-то как-то... Это мои деньги. Почему килограммы на бедрах теперь на вес золота, узнал Артур Валеев. Информационный партнер «Эхо Москвы». 15 лет гоним волну. Пара гнедыхали. Профессоров убили! Которого окрестили СПИД-террорист. Некий молодой человек в самых неожиданных местах нападает на людей со шприцем, делает укол и исчезает. За последнее время за помощью обратились 7 человек. В среду появилось сообщение о том, что маньяк задержан, им будто бы оказался журналист, пытавшийся привлечь внимание к проблеме заражения СПИДом. Потом задержанного отпустили, поиски настоящего маньяка продолжаются. Случаи СПИД-терроризма зафиксированы и в других городах. В Оренбурге, Питере, Самаре, Владимире. Это уже какая-то эпидемия. Что такое СПИД-терроризм и как с ним бороться, выяснял наш обозреватель Евгений Матонин. Говорят, что первый укол он нанес здесь, на южном рынке города. Милиция проводит очередной рейд, но он пока неуловим. О нем рассказывают все примерно одинаково. Молодой человек в черной одежде подкрадывался к ним сзади, втыкал иглу в свою жертву и быстро убегал. Теперь по Екатеринбургу ходят страшные слухи. Он заражает всех СПИДом. Число желающих провериться на СПИД резко возросло. Люди приходили напуганные, женщины даже выкидывали одежду. То есть они не знают, как реагировать на эту ситуацию. Его уже прозвали черным маньяком или почему-то черным доктором. Представители милиции реагируют более сдержанно. Впрочем, признают они, число пострадавших достигло 7 человек. Только пока непонятно, пострадавших от кого и от чего. Мы можем предположить, что действительно неизвестный применял какой-то очень острый предмет, возможно, иголку, возможно, шприц. Несколько дней назад появились сообщения, черного маньяка все-таки поймали. Пойманным оказался журналист Игорь Крупчинов. Я подходил со шприцем, я подошел, спросил, где здесь аптека, где можно купить шприц. И, в принципе, люди никак не реагируют. По заданию редакции он решил на собственном опыте проверить, как милиция и жители Екатеринбурга будут реагировать на человека со шприцем на улицах города. Даже черную куртку для этого надел. Это так и называется. Журналист меняет профессию. В данном случае на человека, похожего на маньяка. Спокойствие граждан оказалось обманчивым. Они быстро сообщили о странном человеке в черном, куда следует. И экспериментатора задержали. Пока разбирались, местные агентства успели передать сенсационную новость. Маньяк со шприцем оказался журналистом областной телекомпании. Главный редактор компании даже немного обиделся на своих коллег. 2 месяца, значит, ищут маньяка, и вот дошли. И еще сенсационная такая развязка, да, как в детективе. И в голову никому не пришло. Ну, позвоните на компанию хотя бы. Время от времени слухи о маньяках со шприцами растут, как снежный ком, и прокатываются туда-сюда по всей стране. Лето этого года, в Оренбурге жара. Новости о том, что в городе объявился так называемый ВИЧ-террорист,
который с иголкой охотится за девушками, как гром среди ясного неба. Журналисты сообщают, от маньяка пострадали уже больше 10 человек. Мы зарегистрировали 11 обращений граждан города Оренбурга по поводу уколом иглой шприца неизвестными лицами на улицах, в подъездах, которые мы можем предположить как биотеррористические действия. Имеются приметы, то есть это приметы следующие: среднего телосложения, средний рост, вьющиеся волосы, длинный нос. Возраст около 30 лет. Со временем сведения о маньяке обрастали все новыми подробностями. Одни говорили, что он вставляет зараженные иголки в сиденье троллейбусов, другие утверждали, что в кнопки лифтов. Все оказалось и проще, и удивительней. Псевдотеррористом была женщина, которая переодевалась мужчиной. В таком переодетом виде она и колола своих жертв, для чего внятно объяснить не смогла. По словам медиков, диагноз был налицо. Но это вовсе не значит, что все вздохнули с облегчением. Все что угодно сам можно набрать и уколоть человека. И в принципе это очень быстро все делается, вот моментально. В кабинете доктора Жарова развешаны памятки. Что нужно делать в самый первый момент, если есть подозрение, что вас заразили СПИДом. В случае уколов или порезов выдавить из ранки кровь, смазать ее йодом и бегом в больницу. Знакомую Сергея Жарова недавно чем-то укололи в московском метро. Что это было, она так и не поняла, но решила принять срочные меры. И вот она будет сдавать анализы, но в течение хотя бы полугода нужно сдавать, чтобы выяснить, есть ли инфекция или нет. 2 года назад в Самаре накрыли целую банду, которая угрожала состоятельным гражданам города шприцем с жидкостью красного цвета, якобы кровью с вирусом СПИДа. Жуткий шприц тоже нашли. Экспертиза в дальнейшем показала, что в шприце находилась обычная кровь животного происхождения. Значит, никаких вирусов СПИДа там обнаружено не было. У меня сын наркоман. Я его посадила вот 4 месяца назад. Лично сама посадила, потому что он меня все в доме утащил. И все утащил сюда. Кого их передубасить всех надо уже? Давно всех надо передубасить. Не знаю, куда смотрит народ. Это окраины Екатеринбурга. Торговля наркотиками и шприцами здесь велась практически открыто и достигла такого масштаба, что по сообщениям прессы борьбу с ней взяли на себя местные криминальные группировки. Слышь, мужика позови. Слушайте внимательно. Вот еще раз отсюда ты хоть грамм продашь, ночью. Вот хоть где-то выхарим, ты понял меня, нет? Ничего дома не останется. И всем передай другим, кто будет торговать, выхарим. Все, ничего. Здесь торгуют у вас, торгуют. Здесь у нас все, тихо. Теперь появилась версия, что в ответ наркомафия объявила городу свою войну с помощью инфицированного вирусом СПИДа шприца. Люди, хорошо знающие жизнь наркоманов, в это не особенно верят. Они говорят, что вряд ли такие акции в их силах. Ему самое главное с утра, пока он еще 10 минут может ходить где-то взять, особенно если осталось со вчерашнего, а потом, придя в себя, срочно найти деньги для того, чтобы вечером было опять. О каких терактах может идти речь? Их методы лечения наркоманов часто назывались сомнительными. Их, например, лечили при помощи наручников, которыми приковывали пациентов к кровати. Благотворительный фонд «Город без наркотиков», который взял на себя зачистку области от наркомафии, тоже не раз обвиняли в связи с криминалом и в том, что с наркоторговцами они разбирались жестко, по-своему. Но сейчас представители фонда говорят, что не верят в черного человека. Этот миф, эта легенда, вот это привидение черное, которое все видели, никто не может поймать, отражение огромного страха, который вызывает проблема ВИЧ, проблема СПИДа. Поэтому я думаю, что сейчас его будут видеть по всей матушке России, в каждом крупном городе. И в этом есть доля правды. То, что сейчас происходит в Екатеринбурге, уже называют паникой. В аптеках люди внимательно следят за теми, кто покупает шприцы. А некоторым кажется, что за каждым углом их подстерегает маньяк. Его призрак снова бродит, если не по всей России, то по одной отдельно взятой области. Евгений Матонин, Дмитрий Санин, Анна Кукленко. Программа «Неделя». Телекомпания РЕН-ТВ.
Обещанной цветной революции в Азербайджане на этой неделе не случилось. Недовольная результатами выборов в парламент оппозиция, как и обещала, вывела в среду на улицы Баку тысячи людей. Состоялся массовый митинг, на котором прозвучали призывы к защите свободы и демократии. Обильно были представлены оранжевые символы украинской революции. Для азербайджанской оппозиции это образец для подражания. Хотя и традиции, действующая власть совершенно другие. Говорить о полной победе власти пока тоже нельзя. Пока что возникла некая пауза. Обе стороны выжидают. Чем дольше пауза затянется, тем хуже для оппозиции. Всю эту неделю наш специальный корреспондент Александр Надсадный в Азербайджане искал ответ на вопрос, возможен ли Майдан в центре Баку. Невинные женщины, поняли? У азербайджанского шоу-бизнеса предвыборная пора со своими технологиями и пиаром. Здесь выбирают лучшую модель 2005 года. За ними 5 недель наблюдали и голосовали телезрители. В костюмах от иранского дизайнера участники выходят в финальный тур. Теперь их оценит высокое жюри. Восточная модель – дело тонкое. Среди местных нравов дефилировать непросто. Если вам подходит оранжевый рыжий цвет, одевайте его. Если он вас уродует, не делайте этого. Ну, немножко у нас опасно, да, с оранжевым цветом. Но я думаю, что если я одену оранжевый цвет, меня не привлекут никуда. Я думаю, что люди разберутся. Теперь и у азербайджанской оппозиции в этом сезоне в моде оранжевый цвет. Даже светофор в тон подмигивал митингующим. Магомед с рождения был не похож на всех. Это оценили в Украине. Там ему повязали шарф и научили держать революционный шаг. Но шагать по азербайджанским улицам его украинским соратникам власти не позволили. Группу оранжевой поддержки в Баку не пустили. Мы против итогов выборов в парламент. Это подделка, скандирует оппозиция. Демократу из России пришлось объяснять некоторым активистам, что он здесь забыл. Он приехал поддержать их протест, но присутствие российского флага некоторые митингующие не поняли. Мнение наблюдателей от СНГ, что выборы прошли без нарушений, здесь хорошо запомнили. Ну, сейчас вот по мере возможности, да, будут содействовать. В стране не оранжевые чумы, как говорят у нас в России. Ну, дальше посмотрим. Когда стемнело, стали расходиться. Машину одного из самых популярных в Азербайджане лидеров оппозиции Сугамбара соратники провожали в плотном кольце. Его «Мерседес» уже однажды попадал под полицейские дубинки. А сам Гамбар в начале 90-х за свои взгляды сидел в тюрьме. Позже в кабинете он делился с нами своими политическими планами. Мы решили не признать итогов парламентских выборов. Мы требуем аннулировать итоги выборов. И требуем проведения новых парламентских выборов, свободных, справедливых. И мы будем бороться за осуществление этих целей. Борьба будет носить последовательный, принципиальный характер, но тоже это будет в рамках исключительно мирными способами. Это улица революции. Здесь живет бакинская элита. Высокие заборы, на страже их спокойствие. В Баку сегодня много строят. Высотные дома растут как грибы. Кто в них будет заселяться, для многих горожан непонятно. Ведь цены на жилье, в отличие от зарплат, растут как на дрожжах. В этом сезоне в Баку небывалые цены на недвижимость. 2000 долларов за квадратный метр – это средняя цена. Эти исторические стены старого города теперь золотые, хотя продавать и покупать недвижимость здесь строго запрещено. Предприимчивые бакинцы все, что хотели, давно продали и купили. Когда-то, несколько веков назад, здесь находилось медресе, теперь магазин. В лавке Ахмеда последнее время посетителей немного. Говорит, что приезжают мало туристов и некому расхваливать свой штучный товар ручной работы. Очень красиво, да. Недорого, у нас 15 долларов. Вот такие носки, 5 долларов. Раз, дешево все, в общем, у нас раз, дешево. Вот такие ковры. Очень красиво. Партия власти «Новый Азербайджан» ответила на следующий день. Их цвета были хоть не такими яркими, но шествие выглядело не менее внушительно. Их демонстрация оказалась нарядней, а государственный флаг, зажатый в крепких руках, удивлял своим размером. Везде патриотические песни и улыбки. Кому спасибо за счастливую жизнь, видно издалека. Вечером, как и всегда, в бакинских ресторанах свободных мест практически нет. Низкие зарплаты в этом смысле бакинцам не помеха. Здесь полная демократия, никому не тесно. В открытом кафе советник президента Ильин Сулейманов за чашкой чая ведет открытый разговор. По его мнению, все оппозиционные выступления не страшнее бури в стакане.
политическая ситуация в Азербайджане будет развиваться по принципу стабильности и развития. В принципе, у нас это всегда было до этого, и я надеюсь, что так и продолжится. Ну, конечно, если оппозиция не решит пойти на провокации. Так разгоняли оппозицию в октябре. Возможно, после каждой из сторон сделала для себя вывод. И крупные столкновения, о которых многие говорили и ждали, не произошли. Если авторитет Гейдара Алиева был непререкаем, то политика нынешнего президента у многих вызывает недовольство. Политические очки в копилку семье добавила жена Ильхама Алиева. Красота оказалась силой с 90% избирательной поддержкой. В баре на Бакинском Арбате рабочие Шотландии обмывают завершение своего трудового контракта. О происходящем на улицах они корректно молчат и в недалеком будущем вновь надеются приехать в гостеприимный Азербайджан. Азербайджан очень разнообразная страна, здесь живут очень хорошие люди. Я приобрел здесь много друзей, надеюсь скоро вернуться сюда вновь с новым контрактом. Те, кто остается, продолжают качать нефть и газ. На этих кадрах рождение нефтепровода Баку-Джейхан. А вот спустя годы строек и политических скандалов обновленный президентский состав открывает многокилометровую трубу. Но Кувейт построить здесь пока не удалось. На ночь я ставлю ведро, и утром оно полное воды. От этой сырости мой ребенок не может ходить. В этих глиняных бараках и списанных поездах с начала 90-х живут беженцы из Армении и Карабаха. Надеяться на лучшую жизнь у многих почти не осталось сил. Мы умоляем, дайте нам квартиру. Я знаю, есть много жилья, но оно не для нас. Как такое может быть, не понимаю. Ночью Баку оживает, в развлекательных клубах течет бурная жизнь. Это заведение одно из самых элитных, под национальные песни и танцы, за столиками отдыхают VIP-клиенты. Здесь бывают чиновники высшего ранга, министры, иногда заходит президент. Президента я здесь если даже не видела, но здесь спокойно могут ужинать и наши министры, и другая, как говорится, да, вот публика тоже может. Здесь все надеются на перемены к лучшему, но без ярких оттенков. Бакинцы не хотят потерять спокойствие и прогулки по ночным улицам города огней. Александр Насадный, Федор Палехов, Денис Макаров. Неделя. РЕН-ТВ. Баку. Хорошие новости для тех, кто хочет похудеть, но не хочет изнурять себя диетами. Ученые провели успешные испытания гормона абистатин. Этот гормон подавляет чувство голода. Практически панацея. Человек сам начинает есть гораздо меньше, без каких-либо ограничений. Но когда появится такое лекарство в продаже, пока неизвестно. Зато известно другое. Ожирение сегодня одна из самых серьезных проблем. Желающих избавиться от лишних килограммов миллионы. Но есть люди, не только считающие, что хорошего человека должно быть много, но и зарабатывающие на собственных килограммах. Параметры 90-60-90 уже не так актуальны. Полнота, оказывается, может быть полезной и приносить большие деньги. Наш корреспондент Артур Валеев окунулся в мир людей с весом и узнал, что для них лишних килограммов не бывает. С таким чемоданом на работу выйдет только женщина с большой буквы. Легким движением руки сначала на порог ночного клуба, а потом на подиум, где на свет один за другим появляются умопомрачительные наряды. Подарок на день рождения любой мужчина хочет большую мягкую игрушку. К тому же, если она разговаривает и танцует. Режиссер, журналистка и швея, танцевальный коллектив с трехлетним стажем. Идея пышки шоу возникла после того, как одна из газет объявила конкурс среди столичных толстушек и была просто завалена письмами претендентов. С тех пор потребность в пышнотелом зрелище удовлетворяют десятки артистов по всей стране. В одной только Москве три ансамбля. На столичных подмостках крупным дамам не тесно. Спрос на больших людей большой, и $1000, потраченные на каждый номер, окупается. Это экстрим. Ну, помимо того, что у нас действительно достаточно жировой массы, мы очень подвижные, мы накачаны, у нас хорошая мышечная масса. Этот человек раскрепостил полных людей. Чтобы сниматься в рекламе, не нужно подгонять себя под идеальный размер. Я к себе адекватно отношусь. Я понимаю то, что я не стебелек. То, что было почти оскорблением, благодаря артисту, стало ироничным прозвищем. Теперь Александр Семчев не может по закону быть лицом популярного напитка. Но ведь и раньше 6 рекламных новелл были маленькими фильмами. Поехали! Самая известная роль принесла Александру Семчеву славу и большие деньги. Может, из-за веса Семчев не сыграет Гамлета, но зато артист незаменим на экране и подмостках. Толстых артистов мало. И я себе отдаю отчет,
то, что моя фактура где-то как-то, это мои деньги. Эти фотографии украшали стены Петербургского русского музея. Раз высокое искусство, значит, можно показать во всей большой красе триптих, названный диалогом. Так, хорошо. Вот так вот, пока. Так, еще разочек. Хорошо. Нижегородский фотохудожник Станислав Яворский протестует против насаждаемого его коллегами культа модели худышек. Его идеал – скифская богиня плодородия. Это толстая женщина, которая на 80% состоит из попы и живота. И вот и 20% все остальное. Вкус к божественной красоте принес Яворскому мировую известность. 400 выставок, сотни наград. Фотографии регулярно пополняют частные коллекции в стране и за рубежом. Большие женщины сейчас в цене. Ощущение того, что моделька прозрачная, но в то же время все, что не надо, скрыто. А что достаточно? Не надо? Ну, фактуру не надо показывать. Фактура до 70-го размера не хочет теперь рядиться в черные бесформенные балахоны. Большие женщины научились подчеркивать свои достоинства. В этой фирме самый маленький размер одежды 58-й. Вековые запреты сдернуты. Полных дам наряжают бархатные брюки, красные платья и полосатые блузки с глубоким вырезом. Очень направленный рисунок. Он акцентирует опять-таки внимание на грудь и на лицо, на шею. И я считаю, что это большой показатель, потому что многие женщины пытаются это скрыть. Его называют и королем эмиграции, и легендой русского шансона. В него влюблены сотни женщин, но именно Джули заполнила собой все его сердце. Знойная женщина, мечта поэта, стала музой Вилли Токарева, который понял, что любовь может быть только большой. Ты меня с ума свела, Джулия, Джулия. Мы были в Австралии, например. Мы там целый месяц были. Когда мы шли по городу, то водители сворачивали себе голову. Они чуть не делали аварии. Настолько она грациозна и обаятельна. Отбивные для любимой дочери спортсменки строго по диете. Ну уж не сказать бы, что много ест. Обычно. Как-то я. Пьет много. 19-летней Екатерине Кейп ни к чему скрывать свой вес. 138 килограммов – ее достоинство и залог успеха. Это раньше от ровесников она терпела насмешки. Что связывается с ними? Я просто человек такой, силы могу не подрасчитать, да, там очень больно сделать, что-то там тяжелое сделать, так что лучше не буду я трогать, спокойно все пройду. Но теперь никто в ее родном Балаково не может скрыть при встрече восхищения. Трехкратная чемпионка Европы Катя завоевала золото в сумо на родине борьбы, вытолкнув из круга 200-килограммовую соперницу японку. Вот такая легенда ходит, или это правда, что он подавился гречневой кашей, знаешь, да? То есть просто кушал и все, поперхнулся, так вот. Вот, и поэтому я очень аккуратно стоим. Перед внушительной фигурой баснописца стоит его однофамилец, самая заметная фигура отечественного шоу-бизнеса. Сергей Крылов сразу занял большое место на эстраде, и сейчас он стоит целой худосочной фабрики звезд. Крылов никогда не стеснялся своего веса, хотя и говорит, что стал популярным не благодаря, а вопреки своей полноте. Я жив-здоров, красив и полон сил. Я не связываю свое телосложение с своим бизнесом. Я связываю своим бизнесом мою душу. Но кое-какие весомые дивиденды известно он извлек. В далекой Индии каждый мечтал прикоснуться к его большому телу. А там, с одной стороны, священное животное, корова, а с другой стороны, полный человек, это признак такого благополучия, знаешь, пройти мимо него и глянуться, ну это вообще, это просто какой-то косяк. Вдохновленные в свое время грациозным Сергеем Крыловым, вспышки из шоу толстушек без стеснения показывают, что такое настоящий женский размер. Почему бы не сделать, собственно, на собственном теле в этом случае бизнес? Не можешь похудеть, продай. Освободившиеся от пережитков стеснительного прошлого, они теперь успешно конкурируют с недоедающими моделями. Только большие женщины готовы носить на руках. И не требовать от нерешительных мужчин взаимности. Артур Валеев, Евгений Весков, Павел Петелев, Надежда Коканкова, неделя РЕН-ТВ. Это был фактор недели от 12 ноября. Сразу после нас Игорь Прокопенко с его программой «Военная тайна».